Новый детский сад на 300 мест откроется в Петрозаводске к сентябрю. Городские власти рассчитывают, что первые группы дошколят отправятся туда уже в новом учебном году. Садик строят на улице Хейконина на Древлянке. Работы начались в октябре прошлого года. Сейчас подрядчик приступил к монтажу первого из трех этажей. Руководство подрядной организации обещает закончить работы по возведению и отделке нового дошкольного учреждения к концу июля. Сегодня стройку проинспектировала глава города Ирина Мирошник. В районе Древлянка у нас традиционно востребованное учреждение. Район застраивается, а после генерального плана корректировки его еще больше перспектив откроется для застройки. Поэтому, конечно, на Древлянке садики очень нужны. И хорошо еще, что на Хейконина рядом наш бассейн H2O, а это означает, что ребята будут ходить на занятия из садика в бассейн. Новый детский сад рассчитан на 12 групп по 25 детей в каждой. Планируется, что не менее половины из них будут ясельными для малышей от полутора до трех лет.